В Севастополе продолжаются выплаты денежных средств ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны на капитальный ремонт жилья. 296 фронтовиков уже получили помощь, сообщила заместитель директора Департамента труда и социальной защиты населения правительства Севастополя Елена Юрьевна Бардакова. В рамках государственной программы социальной поддержки в 2016 году на эти цели выделено 35 миллионов рублей. На сегодняшний день уже выплачено 296 людям, каждому по 100 тысяч, то есть 29 миллионов 600 тысяч уже освоено. И сейчас у нас уже 79 пакетов документов собранных, которые мы должны рассмотреть на комиссии. По словам Елены Бардаковой, изначально в бюджете были предусмотрены средства для оказания помощи 350 ветеранам, но на данный момент число заявителей уже превысило эту цифру. Отказов в финансовой поддержки не будет, заверила Елена Бардакова. В этом году планируется выплатить средства на капитальный ремонт жилья 400 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.